Владимир, да. Как научить детей ценить то, что дают родители, общество? Сюжет номер один. Возьмите какую-то старинную вещь, которая в вашей семье передается, книгу или какой-то предмет, отвертку, какую-то что, про которую вы, которым вы дорожите, простую безделушку, и свозите своего ребенка на свалку. И покажите, как много вещей люди не используют, потом выбрасывают, насколько у нас перепотребление всего. Это первый сюжет. Второй сюжет. Возьмите ребенка и обязательно с ним, если у вас совсем отвратительные отношения, он не ценит вас, капризничает и прочее, привезите его в детский дом на экскурсию. И он все сам сразу поймет, поверьте, он вас вцепится и поймет, что вот он не хочет здесь оставаться. Не испугать, что я тебя здесь оставлю, нет, просто показать, как бывает, или показать фильмы про это. И третье, чтобы ценить то, что делает общество друг для друга, покажите фильмы про Сирию или Ливию, про какие-то иностранные военные конфликты, как выглядела страна до и как страна выглядит после того, как члены общества перестают ценить то, что у них есть. Поверьте, дети — это маленькие взрослые, они все очень быстро впитывают.